что любая политическая речь, она перформативна. То есть она взывает к действию. Это не просто информация, это к действию. И как говорил один советский философ, слова уходят и приходят, но остается атмосфера. И вот это слово «агрессия», оно очень важное. Потому что, да, трудно будет его сразу превратить в какое-то, так сказать, решение. Так, международных институций, например, ООН, которая бы признала Россию агрессором. Но это пойдет в массы, как говорится, в медиа и так далее. Это очень важно, так сказать. В политике слово – это важная вещь. Второй момент. По поводу Минск. Можно говорить сколько угодно. Умирает, не умирает. Он может долго умирать. Так, как какой-нибудь там длительная болезнь. Но Минск при этом работает. Потому что Минск не дает возможность возвращения большой войны. Минск остановил большую войну. Но проблема в том, что окончание войны не означает мира. Потому что проблема в чем? Какой мир будет на Донбассе? Русский или украинский мир? Мы же это как бы не акцентируем на это внимание. Россия хочет, чтобы там был русский мир. А этот русский мир потом пошел дальше, так сказать, гулять по всей территории Украины. Украина, наоборот, хочет, чтобы возвратить туда свой суверенитет. Там флаг был, администрации были, и можно было из Киева позвонить и сказать, и указать губернатору, что он будет делать. Знаете, мы так понимаем этот суверенитет, в таком как бы унитарном варианте. Мы больше понимаем возвращение Донбасса в стиле французской революции. Вот есть Вандея бунтующая, а мы из Парижа, так сказать, эту Вандею завоюем. Вот мы так и думаем, так и делать будем. Во что дальше упирается вот эти минские переговоры, так? Или минский процесс? Первое. Для нас, вот тут я очень, мне кажется, правильно госпожа Богомолец сказала, для многих депутатов Донбасс, вот эта территория, она чужая, она не своя какая-то, она ватная, так сказать. И поскольку это ватная территория, ну что мы должны, так сказать, ну, но эти настроения цена подогреваются и многими политиками. Да, нет, ну правильно, потому что считают, что провести референдум о том, не стоит ли нам отказаться от этой территории. Потому что для многих, понимаете, у нас другое, у многих депутатов, да, которые пришли в эту Верховную Раду, у них другое географическое воображение. Потому что они многие из Западной Украины, центра Украины, многих там нету. Ох, Вадим, дай бог, если Я подождите, я знаю, что вы только в этом они в заинтересованности заморозки этого конфликта. Да. Поэтому вот нету вот этого консенсуса, понимаете? Если бы мы считали, что это действительно четко, многие, я не говорю, что вы, Артур, я же знаю, что вы оттуда, для вас это родная земля, но для многих, тогда бы все подумали о цене возвращения.